Программно доступная среда действует в Ростовской области с 2011 года. Однако же на деле в небольших городах часто отсутствуют возможности ее полной реализации. За этой скромной вывеской и давно не отремонтированным крылечком скрывается целый мир, яркий, дружелюбный и веселый. Таганрожская городская общественная организация родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства «Мы есть» получила это помещение от администрации города в 2017 году. Весь интерьер, все оборудование сделаны руками родителей и самих детей. В этом помещении проходят детские занятия, творческие студии, танцевальные и вокальные кружки. Взрослые занимаются вместе со своими дочерьми и сыновьями, объединенные общими бедами и свершениями. Но за улыбками и сверкающими глазами скрываются реалии жизни и настоящие проблемы, которые стоят перед родителями. Они постоянно задают вопрос: а что дальше? Все дети вырастают и становятся самостоятельными, но могут ли стать таковыми и полноценно войти во взрослую жизнь дети, лишенные дееспособности? Это радостная девочка Вика, родилась с неутешительным диагнозом. Органическое поражение центральной нервной системы и задержка психоречевого развития. Врачи ставили лишь 2 балла по шкале Апгар и только разводили руками. Тем не менее, спустя 16 долгих лет реабилитации и упорной борьбы с недугом, Вика чувствует себя действительно счастливой. Тем не менее, вопрос будущего Вики, как и любого подростка, стоит перед мамой Еленой очень остро. Как найти свое место в жизни? На сейчас, конечно, другой этап у нас настает, когда мы закончим школу, нам нужно будет идти куда-то дальше, себя реализовывать, вот. Потому что учиться, конечно, есть желание, у ребенка учиться есть желание, но возможность социума, вот я беспокоюсь о том, что как она войдет в социум, потому что в основном общение ее заключается вот среди детей вот с ограниченными возможностями. Вот. Ну, поэтому вот думаем сейчас, что куда дальше идти. И надеемся, что все-таки не будем сидеть дома и пойдем дальше учиться. А это Сергей. 32 года назад врачи поставили ему диагноз – детский церебральный паралич тяжелой формы. Но благодаря врачам, учителям специальной школы и особенно любви, которой его окружили родители, он смог успешно пройти долгий и сложный путь реабилитации. Теперь он активный пользователь соцсетей, успешный спортсмен и настоящий мамин-помощник. Но после окончания специализированной школы стала проблема – что делать дальше? Как будет проходить жизнь лишенного дееспособности человека в случае, если он останется совершенно один? Что дальше? В нашем городе, да, работает программа «Доступная среда». Это видно по пандусам для колясочников, для людей, которые тяжело ходить. Не везде, ну хотя бы в таких основных учреждениях, зданиях. Есть кружки. Тоже, которые не все могут посещать. И не все бесплатные. Но нет. Вот наши ребята, некоторые страдают, особенно и девочки, и мальчики, которые тоже взрослые. Они хотят работать, но работы нет. Мы обращались в центр занятости, и кроме как разнорабочие на стройке, ничего не предлагают. Но это не совсем здоровые ребята наши. Руки, ноги, спины. А ребята хотят работать, хотят приносить пользу. Действительно, трудоустройство лишенных дееспособности детей стоит в нашем обществе на первом месте. И Таганрогским центром занятости под руководством правительства Ростовской области предлагаются определенные пути решения. Конечно, вопрос трудоустройства – это такой живой вопрос для нашей организации. Конечно же, у нас ребята и молодежь с ментальными особенностями развития, и большая часть из них, к сожалению, недееспособны. Но эти ребята могут выполнять простые виды деятельности, простые операции самостоятельно, либо под контролем взрослого. И уже у нас были опыт трудоустройства благодаря центру занятости. Наши ребята уже работали
на территории старого кладбища, проводили там различные работы по благоустройству территории, причем с большим удовольствием у них это все получалось. Каждый выполнял ту работу, на которую он способен. Если родители у нас стареют и не могут осуществлять уже свои функции опекуна, конечно же, дальнейшая судьба у нас – это психоневрологический интернат, к сожалению. Но в последнее вот время работают программы в других городах, это программы сопроводительного проживания. И, конечно же, это выход из ситуации вот для нас. Вот и наши ребята, которые уже социализированы, которые уже 7 лет у нас в городе ведут активную вместе с родителями жизнь, то они способны на это сопроводительное проживание. И это как-то выход из нашей ситуации. Мы, конечно, верим и мечтаем о том, что как можно скорее это сопроводительное проживание будет внедрено у нас в городе. Важно понимать, что доступная среда представляет собой целый комплекс мероприятий, посредством которого устраняются все трудные для инвалидов жизненные барьеры. Она также подразумевает под собой помощь в адаптации к взрослой жизни детям с инвалидностью. В Ростовской области программа продлена до 2030 года, чтобы полноценно охватить все населенные пункты и помочь каждому особенному ребенку. Реализация программы «Доступная среда» – одна из главных задач современного общества. Но как найти место в этом большом мире людям, которые так отличаются от других? В Таганроге среда для инвалидов стараниями администрации города, волонтеров и просто неравнодушных людей с каждым днем становится все более и более доступной. Яковенко Анастасия, Калинина Катерина, специально для пресс-центра «Стена».